Друзья, всем привет! Несколько человек в вопросах просили рассказать вот про эти подъемные регулируемые столы. Столы самодельные, сейчас кратенько расскажу, как они сделаны. В общем, все очень просто на самом деле. Столешницы самодельные, а подставки – это подставки для электрических синтезаторов, купленные в магазине Мусторг. Это хорошие стойки, они что-то 1000 по 8 были. Были варианты китайские по 2 или по 2500, ну, китайские пожиже. Эти сделаны поприятней, зажимной механизм такой качественный. Единственное, что они были, вот здесь вот был зубчатый круг, такие ответные зубчики, и регулировка высоты была дискретная, то есть разжимаешь, вот эту тягу, прижим эксцентриковый, и здесь на зубчиках регулируешь. Я это дело просто сфрезеровал, сделал плоским. Вот здесь закрепил дубовые брусочки, шпилька на М8. Здесь прям нарезал метчиком резьбу. То есть я просверлил отверстие семерку и самой шпилькой прогнал. Поэтому вот беру шуруповерт заряженный головкой 13. И для быстрой регулировки делается вот так. Ну, у нее где-то от 60 до 90 делается моментально и быстро. До тонкой доводки поставил вот такой ручной маховичок. Просто можно быстренько что-то друг с другом подогнать. Здесь закрепление при помощи сантехнических хомутов для труб. Здесь жесткое, здесь просто плавающее. То есть эта столешница, она болтается. Вот. В общем, все это заняло, наверное, несколько часов. Порываюсь, который месяц переделать столешницу, потому что эта перфорация, в общем, сделана была в каком-то угаре. То есть это лишнее. Все время все это проваливается, падает. Надо сделать максимум 20-ю перфорацию по периметру, чтобы поджимать какими-то струбцинами какие-то заготовки. А так штука очень удобная. Подставки, когда что-то фрезеруешь прям. Вот здесь я сделал маленькие пазы. Вот под ними. Видите, вот здесь. Эти пазы прекрасно встают в МФТ-шный профиль. Или к фрезерному столу приставляются, как удлинители стола. Ну, в общем, незаменимая вещь. Раскладывать здесь я маслом покрываю. Ну, то есть вообще ежедневно используется многократно. Очень, очень удобная вещь. И 100 килограмм держит. Вот я 100 килограмм сажусь, подпрыгиваю. Прекрасно держит меня. Конструкция весьма надежная. Ему уже 3 года. Ни одного нарекания. Вот мечтаю сменить столешницу. Классно, просто, быстро, ну, относительно дешево, учитывая, сколько сейчас вообще стоит оснастка и какой-то вспомогательный инструмент, а тем более рабочая мебель, то, в общем, 8 плюс 8, немножко времени, да, 2 куска МДФ или фанеры на столешнице, и вот такая круть. Так что, дарю идею, пользуйтесь, очень классно. Спасибо.